Коррумпированных чиновников выявят в 2026 году, когда все казахстанцы представят декларацию о доходах. Об этом заявил официальный представитель Интикора. По словам Армана Тлеукенова, инициированный их службой закон был специально разработан для выявления нечистых на руку казахстанцев. Чиновники могут переписать свои нелегально заработанные активы на родственников. Подобные схемы будет даже легче отследить после всеобщего декларирования. Ну, здесь есть свои нюансы, поэтому мы эту работу проводим совместно с уполномоченными органами, есть свои нюансы. Невозможно на данный момент сопоставлять. Видимо, почему? Потому что весь круг должен быть ближайшего окружения, должен быть задекларирован и показать свои реальные доходы. Вот тогда будет возможно выявить, да, какие-то правонарушения.